Всем привет, друзья! С вами Неломо, приветствую вас на своем канале, на премьере, наверное, да? Думаю, что это будет премьера. Мы сегодня играем в игру Tejok, The Joy of Creation Story Mode, что в переводе означает «Наслаждение творением», режим истории. Мы с вами уже прошли первую комнату под названием «Спальня», вторую комнату «Ночь» под названием «Гостиной», и сегодняшняя наша цель — пройти третью «Ночь» под названием «Офис». Давайте нажмем играть. Поехали. Фух. Ну, уже все мы слушали. Все мы слушали, что там было. В прошлой серии мы уже прослушали. Сегодняшняя цель наша — просто пройти. Кто вдруг не видел? Кто вдруг не видел? Ник. Кто вдруг не видел этот мультик начальный, тот должен посмотреть предыдущий видеоролик просто. И вы там все узнаете. Всю предысторию. Итак, поехали. Фух. Играем сегодня за мужика. За папу. Итак, наша цель — пройти сегодняшняя. Цель — пройти. Вспоминаем, как это все дело у нас работает. Значит, у нас есть стол, за который мы должны садиться. Смотреть мониторы, вылавливать аниматроников. На них можно смотреть только на Фредди. А Фокси, получается, не любит, когда мы на него наводим камерой. Чика вылазит со стены, мы должны искать маленьких малюток его, чтобы он ушел. Таким образом, у нас все работает. Если же вдруг у нас появляется где-то Бонни на камере, он ломает мне камеру. На него смотреть ни в коем случае нельзя. Надо его пугать. Как пугать? О, Фредди. Фредди, идемте, Фредди, спугнем. Фредди вот тут. Привет. О, боже ты мой. Фреддик, Фреддик, малютка Фредди к нам в гости пришел. Малютка Фредди от нас и ушел. Хорошо. Так, а вот Фокси, на него нужно наводить камерой. Так, хорошо. А как Бонни? Как Бонни уходит? Его нужно игнорировать? Чику понятно, надо искать малюток. А Бонни? По-моему, надо его просто игнорировать. По-моему. Или нет? Я не помню, как нужно с Бонни бороться. Это проблема. А если я сейчас у меня появится где-то Бонни, и я не буду знать, как с ним работать? Вот ёшкин матрёшкин. Так, пока никого. Ну, сижу, жду. Звуков никаких нету. Время вон на часах показывает нам. Тикает понемножку. Кто-то появился, нет? Чика опять вернулась. Опять пытается пролезть сквозь стену. Боже. Фредди. Не знаю, что сказать. Это просто ужасное зрелище. Ей должно быть... Боже ты мой. Пытаясь выбраться из заключения. Я знаю... Пропустим этот звук. Мы это уже знаем. Вылазит. Уже прошло 15 минут. Так, кто-то где-то появился? О, Фокси, здорово. Боишься, да? Так, я тоже боюсь, я тоже... О, вот он вылазит. Так, я слышу уже какие-то звуки, по-моему, в мусорном ведре. Нет, а где тогда? Вот здесь, наверное. О, одного тут малютку спрятали от меня. Одного здесь наверняка, вот. А где же третий? Где-то, наверное, в комнате, да? Где-то, наверное, в комнате. Так, Фокси. А, вот он. И сразу же Фреддика спугнем. Так, пошли быстро. Сразу же Фреддика спугнем. Так, и малютку. Все, пропал Чика. Чика пропал. Продолжаем. Фокси где-то появился? Фокси нас интересует. Фокси. Малютка. Опа, что-то зашумело. О, вот он, Фокси. Появился Фокси. Так, время у нас уже прошло почти полчаса. Почти полчаса. Час один всего лишь мы почти просидели тут. Тут очки. Так, Бонни. Как сбороться с Бонни? Какой-то звук странный. О, Фреддик, привет! Фреддик, 2 часа ночи. 2 часа ночи, Фредди. О-о-о-о. Так, Фредди, садимся. Так, а что там с часами сверху, как-то непонятно? Как-то непонятно работают часы, слушайте. Опять выскочила. Опять выскочил Чика. Чика со стены вылез. О, здесь, кажется, в уровне один сидит. Так, пробегаемся. Тут нету никого. Здесь нету. Здесь нету. По-моему, там кто-то за стеной, за дверью. Так, надо как-то вычислить точно, где он находится. О, вот один. О, и Фокси тут сразу. Пугаю. Один здесь. Один тут. Да, один здесь, один здесь. Так, тут кто? Фредди, идем, Фредди, спугнем. Фредди. О, боже ты мой! Очково. Так, тут. О. Я не знаю, что происходит. Я только успел увидеть,
быстро сверкнули его глаза и пятки, прежде чем он взял и просто так расхреначил мою камеру. Я понял. Бонни ломает камеру. Как его пугать? Я надеюсь на удачу и... Так. Я думаю, мне просто не стоит смотреть в глаза. Я не должен смотреть на Бонни. Он слишком умен. Они все становятся умнее и злее. Ой, там был сразу же Фокси. Фокси был. Все, кроме Фредди. От него вообще практически нет активности. Я должен отыскать его. Я слышу, как эта сволочь надо мной просто усмехается. Тут стучится в двери. Ладно. Мне стоит и самому шевелиться. Бонни не сидит на месте. Если я буду игнорировать его, то он уйдет. Но... Просто игнорить. Просто игнорить Бонни. Бонни просто нужно игнорить. Просто игнорить Бонни. Опять появился. Тут никого. О, вот здесь один. Встаем. Ну, рискнем. Может, так опасно. Фух. Ничего не произошло ужасного. Так, тут никого. Тут что-то. Тут пусто. А где? Вот тут. Один здесь очки. И один здесь очки. Все. Чика, по идее, должен пропасть. За стол. Бегом за стол. Так, что здесь? Фокси. Проваливай. Здесь кто? Так, до 3 часов ночи. О, Фредди, привет. До 3 часов ночи доковыляли. Ребята. Лайкосик. Лайкосик заслужил, по-моему. Так, это Фокси. Все нормально. Это не Бонни. Бонни самый неприятный для нас сейчас персонаж. Ломает нам камерки. О, Фокси. Сломал! Это был Фокси! Это был Бонни! Тьфу ты, ёшкин матрёшкин! Это был Бонни! Он камеру мне вырубил. Вы видели? 3 часа ночи. Камеру мне сломал. Гадкий мальчишка. Так, бежим сюда быстро. Хоть бы там не было сейчас только Фокси. О, Фредди, повезло. И сразу же малютку спугнул. Так, один здесь. Их 3 штуки. Так, малютка. Где-то здесь? Вот здесь, за плакатом. Есть, нашел всех 3. Чика, все, проваливай. У меня 2 всего камеры. Как мне теперь ориентироваться? Я не знаю, кто там сидит за у меня за экраном. Тут никого нету. И здесь никого нету. А там кто сидит? Я не знаю, наверное, Фредди. Я не знаю, но я должен это проверить, наверное. Да, Фредди. Логично. Если на 2 камерах находился... 4 часа, ничего себе! Я побил свои все рекорды. Все мыслимые и немыслимые рекорды побиты. Так, здесь кто у нас? Никого. Так, опять появился. Здесь никого. А где они все сидят? Слушайте. Один в уровне, наверное. О, один здесь в уровне, верно было. Подумано, верно. Один за плакатиком. Где они могут быть еще? Сколько времени? 4 часа. О, Фокси, здорово. Так. И тут Фокси. Ты что, вездесущ, что ли? Так, ну рискуем. Там, кажется, Бонни был, видели? Там был Бонни, по-моему. А где еще одна кукла? Где одна еще одна малютка? А, вот она, посередке. Посередке нашел. Там вроде никого не было, надеюсь. Фух. Все, спряталась. Еще одну камеру мне сломали. Мне осталась одна камера. Кто-то стучит. Тут никого. Здесь. Видели? Бонни был. Бонни там стоял. Опять выскочил. 5 часов. Почемнело все? Ну нет. Он опять появился здесь. Он опять тут появился. Тут есть? Тут нету нигде. Что за звуки? Ужас. О, один здесь. О, одного нашел. Один здесь? Двоих нашел. Двоих. Кто-то стучится. Фокси сдает отчетливые звуки. Если услышишь, что он пришел, не открывай ему дверь.
Фокси, откуда он ворвался на меня? Откуда? Откуда он? Как так могло случиться? Ну, мы дошли до вами, с вами до такого момента, на самом деле, важного. Почти подшли уровень. Ну, ничего, попробуем еще раз пройти. Давайте нажмем X. Фух. Так, пропускаем. Все слова мы, в принципе, уже выучили. Все мы уже узнали. Камеры ломают мне. Камеры ломают, и это главная, самая главная наша проблема. Фух, пока что. С этими камерами, конечно же, очень-очень-очень нам не повезло. Потому что я посмотрел в камеру, и там как раз находился Бонни. И он меня, конечно же, разочаровал. Взял и сломал мне камеру. Негодник. Так, пока никого. Какой-то должен произойти звук, скорее всего. Тогда уж что-то появится. Правильно? Так. Ну мы почти прошли. Вы видели, уже почти было 6 часов. Нам немножко буквально осталось. Чуть-чуть. Я реально почти прошел уровень. Так, кто-то появился уже? Нет? О, там кто-то был. Кто это такой? Фредди. Идемте к Фредди, взойдем. О, Фредди, я уже как-то тебя даже не боюсь. Ты мне как родной уже стал. Слушай, Фредди. Роднулечка моя, роднулечка. О, а это не роднулечка никак. А этот плохой, плохой, плохой персонаж. Фокси. Ох уж эти Фокси тут развелись. Так, тут никого. И тут никого. Надо ждать каких-то звуков, да? Ну, пока все тихо. Тут никого. Звуки. И камера... О, там был Фредди, кажется, да? В углу. Да, да, вот он. Пошлите, напугаем его. Пойдемте. Оп! О, боится яркого света. Я его фонариком своим пугаю. Так, идем еще сюда посмотрим. Чика опять вернулась. Опять пытается пролить. Пропускаем эти слова все. Пускай Чика возвращается. Ничего страшного. Какие-то были шаги. Непонятные шаги. Кто-то, видимо, подкрадун какой-то идет к нам. А вот какой подкрадун. Фокси тут лезет к нам. Так, Фоксика спугнули. Мне показалось, вот Фредди. Так, сейчас будет Чика появляться. Где-то. На стенке вылазить. О, начинается. И уже звуки слышны. Так, один вот тут. Идем дальше. Один тут, что ли? Нету. Обман получился у нас. Тут нету никого. По-моему, за дверью там был кто-то. И тут... О, одного, по крайней мере, я нашел. Один, по-моему, был вот здесь прям. За этой дверью. Так, тут нету Фокси? Нету. Фокси самый опасный для нас. А вот он, на окне. Тут тоже никого. Так, вот здесь никого еще раз проверяю. Никто не появился? А, появился. Сейчас бы я на него, конечно, попал. Так, встаем. И идем за малюткой. О, спугнул. Так, все, с Чикой разобрались. Теперь смотрим, где у нас... О, опять Фокси появился. Так, с Фокси разобрались. Фреддика не вижу пока что здесь. Тут тоже никого... О, вон Фредди был. Пойдемте Фредди спугнем. Фредди, Фредди! Опа, фонариком по морде, на тебе. Так, садимся. Что у нас там? Час ночи всего лишь, час ночи. Но в прошлый раз мы с вами дошли до 5 часов, это было очень круто. Очень круто, почти была шестерочка. Немного мы не справились, чуть-чуть не хватило, буквально. Ой, тяжело, тяжелый уровень. Тяжелый, тяжелый, притяжелый. И все из-за того, я не прошел тот прошлый раз. Первый раз я не прошел только из-за того, что у меня просто камер, видимо, уже не хватило. О, так, стоп, я нашел одного сразу же малютку. Может быть, успею сразу же его спугнуть. Ой, Фредди сразу попался. Отлично. Плакат. Здесь один. Где еще шумят? Тут очень нигде не шумят. Садимся тогда за парту. За стол рабочий свой. Ой, Фокси. Так, один здесь. Так, пускай пока говорит. Пускай пока говорит. Мы пока этих малюток спугнем. Все, Бонни сейчас будет появляться, да? Просто взял и сломал одну из моих камер. А кто там в углу был? Надеюсь, не... Фредди. Все, можем Фредди пойти пугнуть. Фредди, привет! О, как он пугается, мило! О, такой прячется от меня. Прячется. Так, больше тут никого, по идее, пока что нету. Смотрим следующий. Следующие. Следующие. Фоксика тоже нету. Ждем. Так, 2 часа всего лишь. 2 часа.
Фух. Страшно, конечно же. Так сидишь в офисе себе? Сидишь, спердишь. И тут на тебя начинается нападение. Опа. Так, один здесь цыпленок. Кто-то стучит. Камеру сломали мне. Так, одну камеру мне вырубили. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, тут кто? Тут никто. Встаем. Идем искать. Оп. Камеру одну сломали мне, к сожалению. Все. Уже будет сложнее. Так. Один здесь сидит. Так. И один тут в урне. О, все. Всех. Цыпа. Цыпа ушел. Чика. Цыпа чика. С этим... Тут никого. Так. Ну, давайте тут тогда проверим. Тоже никого. Ну, вот тебе на. Так, смотрим дальше. О, Фокси. Так, спугнул. Тут никого. Никого. Опять вылазит. Опять 25. А-а-а! О, Боник. Приветики. Тут никого. О, за плакатом. Нашелся один. Один в этом. В стеллаже вот в этом. И тут смотрим теперь. Тут никого. Ой, там же Бонни. Бонни у нас. Надо его игнорировать. И Фокси сразу появился. Мы успели? По-моему, мы успели от него удрать. Фокси сразу чек. Чик-чик-чик-чик. Спугнем его. Все нормально обошлось. Две камеры, правда, у нас всего лишь. Так, надо, наверное, вставать и пытаться тут спугнуть Фреддика. Ой, видели? Пропал. Там был этот самый Бонни. Бонни был. Робот по имени Бонни. Аниматроник. Роботизированный монстр. Монстр. Так, пока что 4 часа. Но мы с вами снова хорошо прошли, я считаю. Почти 5 часов, но две камеры, правда, всего лишь. Так, это кто такой? Ой, это как раз наш неприятель по имени Бонни. Вот он там торчит кусочек его. Так, один здесь. А где третий? За плакатом. О, отлично. Повезло, повезло. Могу сказать, что повезло. С уверенностью. Так, Фокси. Так, есть Фокси, нашли. Так, спугнули. Тут кто у нас? Тут никого. Ну, здесь может быть Фокси. Если это Фокси, тогда будет провал. Фух, повезло, повезло. Повезло, повезло, повезло. Повезло, так повезло. Так, тут никого пока что нету. Здесь, по-моему, стоит... По-моему, тут Бонни стоит. Не надобно. Но мы можем встать, просто посмотреть на него вот так. А уже и нет, уже пропал. Хорошо. Ой, снова появляется. Так, Фокси, привет. Тут нету у тебя этих самых... Так, опять Фокси. О, Фредди, есть. Тут что ли было? Да, он здесь. 6 утра. Здесь? Есть. Так, который час? Который 5 часов! Мы почти прошли. Почти прошли. Фокси. Спукнул. Да. О, опять все такое стало темное. Опять 25. Что делать? 5 часов. А там кто может быть? Да кто угодно может быть за шторы. Я боюсь туда смотреть. Снова вылез. Так, а этих нету, ребят. Тут никого. А где они? Где они? 5 часов. Так, один в урне. Я могу рискнуть за штору глянуть, но так боюсь практически все профукать снова. Так, один тут. О, справился. Уничтожил. Так, кто у нас здесь? Надо Фокси контролировать. Если... О, вот он, Фокси. Он у меня самый злой этот Фокси противный. Самый противный. О, тут этот Бонни. Так. А, тут может быть Фредди. А может быть Фокси? Никого нету. Фу. Свет выключился. Я не понял.
Что я здесь? Кто это там? Что это за глазище там? Мамочки! Уйди! Уйди! Что происходит? Музыка какая жесткая! Кажется, меня сейчас прибьет. Он меня видит или не видит? На экран я не могу нажимать. Это Чика! Кто это? Это Бонни? Это Фредди? Тун-тун-тун-тун. И что мне делать теперь? Я не знаю, что происходит. Что делать? Я сижу, пока я спрятался. Он... Ой, все потухло. Он меня не видел? Все обошлось? Я не знаю. Я проиграл. Что я должен был сделать? Нет? Да? Нет? Время тикает. Обратно отматывают. Почему время про... Мамочки, что происходит? Что с часами? Так, не понял. Так, по часовой стрелке. Все верно. Время идет, все верно. Вернись. Фредди замедлил время и не дает пройти дальше. Прогони его не менее 10 раз, чтобы выбраться из офиса. Вы поняли? Мы должны были Фредди спугнуть всего 10 раз, тогда бы у нас получилось пройти. В таком случае он отмотал время обратно. Ого! Это что получается? Я не прошел, получается. Надо 10 раз его спугнуть, тогда пройдется. Жесть. Это нечестно. Придется еще раз попробовать пройти. Я дойду до этого момента, короче, когда мы его спугнем, и посмотрим уже, получится ли его 10 раз спугнуть или нет. Короче, дойду до того момента, когда уже я его спугну 10 раз, и попробую тогда уже запись начать. Ребята, ситуация следующая. В общем, я еще раз сидел где-то, наверное, час минимум. Проходил, и все же прошел. И я 10 раз его спугнул, дошел до концовки, и в конце просто у меня начался какой-то там мультфильм, какой-то появилась опять какая-то газета, какая-то вырезка, как обычно в конце получается. Но я случайно нажал быстренько запись, хотел сразу показать вам, нажал кнопочки, чтобы у меня началась запись игры, и как-то у меня все пропустилось, в общем, как назло. Если вдруг я найду в интернете, я вставлю вам скриншот хотя бы, чтобы посмотреть, что там писало, если вам интересно. Ну а на этом, пожалуй, и будем завершать этот ролик. В принципе, я очень счастлив, что мы наконец-то прошли третью ночь, третий уровень под названием «Офис», где мы играли за мужчину уже, за мужа. То есть мы играли за ребенка, за маму, за мужа. И вот у нас четвертая дверь, называется «Подвал». Ни разу ее еще не видел, не смотрел, не играл. Но этим мы с вами уже займемся завтра. А пока что поддержите, пожалуйста, меня лайком за то, что я так долго и нудно пучился этот уровень проходить и все же прошел. Я очень счастлив, что у меня получилось. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Либо на премьере, либо просто в видео. Совсем скоро. С вами был Неломоп. Всем пока-пока.